чудесная девушка, и причина не в тебе, просто я хочу отдохнуть. Мы запутались, видишь, как от земли до небес. Ты моя, не моя, я боюсь утонуть. Да, нервные фанаты отметили главный весенний юбилей и начали готовиться к лету. В начале месяца алтайские поклонники украинской группы «Нервы» отметили трехлетие своих кумиров видеообращением ВКонтакте и расклейкой объявлений с логотипом любимой группы. Сейчас нервнопочитатели активно готовятся к лету и с нетерпением ждут тепла, чтобы устроить массовый митинг в краевой столице с песнями и плясками под мелодии своих любимцев. Так фанаты хотят выразить свое огромное желание поскорее увидеть «Нервы» с концертом в Барнауле. Напомним, что в последний раз украинцы дали концерт в Алтайском крае осенью прошлого года. Мы в организационном ОФК, там фан-клубы всех городов России, Украины, и мы там по-разному помогаем «Нервам» в голосованиях, там какие-нибудь сюрпризы им устраиваем. Давай будем друзьями, давай, я не буду тебя трогать. Раз-два по домам, и от этого бреда мы сойдем с ума. Алтайская рок-молодежь ударилась в благотворительность. Такие дела AMF, держу пари свои в городе, Country Декарт и новосибирская группа «Луна-54» готовят специальные концертные программы, чтобы уже в начале апреля собраться в барнаульском клубе «Pistols» для специального творческого проекта. Молодые, но уже достаточно известные рок-коллективы из Алтайского края не только порадуют своим творчеством фанатов, но и соберут средства для благотворительного фонда «Содействие», который оказывает всестороннюю помощь и поддержку детям-сиротам и инвалидам, оставшимся без попечения родителей. Все деньги с продажи билетов пойдут в фонд. Кроме этого, во время концерта будут стоять урны для пожертвований. Таким образом, организаторы концерта решили помочь нуждающимся детям. По словам одного из инициаторов проекта, Владимира Нехаева, такие концерты очень важны, ведь в основном люди берегут себя и своих близких, забывая о том, что есть дети и взрослые, которые не могут сами себе помочь, а их родные уже выбились из сил. Заринский крик скоро выйдет из больницы. Молодой рэпер из города Заринск Вадим Богомолов, он же Скрим, что в переводе с английского крик, официально заявил о том, что быстро идет на поправку в одной из барнаульских больниц. Чувствует он себя отлично и уже готовится к выписке, которая, по его словам, запланирована на конец марта, начало апреля. По телефону Вадим признался, что в стационаре зря времени не терял и параллельно работал над новыми треками. Больничное творчество Скрима вполне вероятно выльется в дебютный мини-альбом молодого рэпера. Я пробыл в больнице около 2 месяцев. Я написал около 5 треков, то есть они у меня полностью готовы и ждут записи. Shorty sexy and I love the way she walk about. Shorty know she right, yeah. She let her floss it out. Especially when I'm with her, she know the boss is out. She spill a milkshake. And-